провода. Ток по рукам, телефон, и все голоса говорит пока. Пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут подожди до утра. До утра. Но странный стук зовет. И опять поезда, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес мне послышится слово.